жирок, который еще надо сгонять. Еще жирок. Но уже его меньше. Их вообще можно как бы затянуть. В общем, продолжение банкета. Двести с чем-то они стоили на Wildberries. 260 что ли. Какая-то турецкая марка. 98% хлопок и 2% эластан. Книзу широкие. И на резиночке. Лучше, конечно, с каким-нибудь каблуком. Можно с кроссовками, но подогнуть. Ну, если у вас, конечно, ноги подлиннее, чем мои. У меня метр рост 162,5 сантиметра. Не маломерят, но они как бы на бедрах. И когда я их мерила, видать, у меня чуть было меньше сантиметров. Они были, ну, не так вот, чтобы совсем впритык. Но они, с одной стороны, как бы налезают. Если чуть-чуть утащить живот в себя, то нормально застягиваются. И сейчас нормально как бы застегнуты. Но у меня есть такая особенность организма. Даже если оно слегка узко в каком-нибудь месте, то есть шанс, что оно с тебя свалится, если нет ремня. Поэтому ремень. Хотя вот я сейчас смотрю, можно и, ну, не затягивать вот так до конца, просто чуть-чуть внутрь. Моя тетя считает, что у них можно на велике ездить, но я считаю, что нет, потому что у них слегка широкие брючины, и даже за счет того, что заправляешь. Потому что для меня они чуть-чуть длинны, но вообще-то модель такая. Может задевать одна нога за цепь, и будет не очень удобно. У меня те-то джинсы, которые слегка широкие к низу. Иногда бывает, пару раз у меня брючина попадала в раздел цепи, приходилось слезать, вытаскивать и цепь потом одевать. Не особо приятно так, но, кстати, тут кармашки. А нет, это не кармашки. Кармашки только тут, значит. Но они такие совсем маленькие. Схудну я еще сантиметра на 3. Хотя, смотрите, руки влезли. И вот еще посвободнее можно туда что-нибудь набить. У меня мания кармашки что-нибудь набивать. Хотя моя тетя считает, что это неправильно. Короче, вот я забыла, что они на бедрах. Может, и не надо джинсы покупать, хватит этих штанишек. И вообще, я думаю, что у них как бы тепло. Вот пока было тепло, теплая погода, я думала, будет, ну, плюс 6 где-нибудь, плюс 5, максимум, плюс 10. Я их одену. А у меня тетя, ты что, ты в них замерзнешь? Вот сейчас сама, то вчера она их увидела, правда, я не мерила, ты показала. Прикольная такая модель. Я в начале ролика зритель с тобой не поздоровалась, потому что это был ролик-тест. Но, оказывается, я вписалась в камеру. Поэтому привет тебе снова, зритель, в начале, в конце ролика, и пока тебе, зритель.